Утро доброе, бля. Вечер добрый. Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, и вы на канале Иновский. Продолжаем This War of Mine. И у нас уже обрушились верхние почти два этажа. Нам пригнали грузовую машину, на которую мы продолжаем сгружать все богатства, культурные достояния. И потихонечку готовимся уезжать из этого места. Аня явно заболела, ей необходимо лекарство. Так. Мы помогли детям в приюте. И мы узнали, что роют туннели, в которых нам нужно отдать одну из реликвий. Опять ухожу, передай остальным. Мы должны найти способ эвакуироваться, то есть починить машину. Город окружен со всех сторон. Куда ты пойдешь? Куда ты хочешь податься? За все эти годы я обзавелась кое-какими связями. Шансов немного, но стоит попытаться. А вы тем временем подготовьте все к отъезду. Мы обо всем позаботимся, пока тебя не будет. Пожалуйста, Милена, будь осторожна. За меня не беспокойся. До скорого. Больна. Устал. Так, что у нас по... А как это вышло? Сейчас я не понял. То есть мы обязаны это починить теперь, правильно? Мы не можем уносить это? Можем? О! Ни хрена себе! Тут уносить. Я надеюсь... Фу! Жесткость. Что там с ним? Слегка голен. Слегка болен. Все нормально. Ну сейчас просто в режиме берсерка надо уносить. Всей толпой прям. Так, нормально, устал, молодец. Тут все у нас устали. Отдыхающих нет, прямо говоря. Мы построили в той серии печь. Одну улучшили, вторую чуть-чуть не улучшили. Но у нас есть на что улучшать, в принципе. Можем себе позволить. То есть, у нас есть два выхода. Либо отдать... Спасти, доставить все? Ну, спасти. Либо отдать одну реликвию и уйти с военными... Либо отдать другую реликвию и уйти тоннелями. Но нам в любом случае, судя по всему, надо починить сначала машину, правильно? Плюсом мы должны спасти детей. Есть такое? А как это сработает? Вот так, по туннелям идет. Выяснить планы таким путем. Не получится пройти, проходы слишком узкие. В любом случае, мы сможем эвакуировать детей из приюта. Только вот у людей из тоннеля есть одно условие. Они хотят Сафер Хазуар. Рубен уже сказал мне. Так, то есть. Мы можем отдать Сафер Хазахар, чтобы эвакуировали детей. А сами как? У нас-то варианта нет. Получается, мы можем только с военными уйти. Блин, ну вот в этом месте вообще напряженочка. Как бы не до шуточек, я тебе скажу. Сразу разрушено, да еще и так много вещей в одном месте. Чего? А, ну понял, типа показания ты, да? Так, ну я так понимаю, здесь больше обрушений не будет, тут как бы некуда уже. Хотя, сейчас холодильник мне засыпет, и что буду делать? И что я буду делать? Все? Способен? Бегом. В принципе, последний заходик. Так, полечиться есть чем? О! В таком случае, Гэнз! Побыстрее. Так, ну все. Значит, мы пьем лекарство и ложимся спать. Это в коробочку, это спасаем. В принципе, можем и отдать ему эту реликвию, ради бога. Давайте спасем детей. Как бы. Так, вот эту штуку мы возьмем на автозаправке, да, я так понимаю? На авто там чем-то где-то. Вроде автозаправка, если не ошибаюсь. Так, тыка давай вот сюда.
голодна, устала, все дела. Кровать у нас по-прежнему одна, и нас это особо не парит, в общем-то. Все, затащили. Как батьки. Отлично. Итак, не смущает секундомер в последнее время. Секундомер, прекрати! Слегка болен, легко ранен, устал и голоден. Ну, ничего страшного, в принципе, протянешь, дружок. Пирожок, Рубен. Устал. Ну, в принципе, сейчас отдохнет Аня. И мы рубасик-то положим спать. А здесь вообще сколько осталось еще возможных таких обвалов? А я больше не вижу никаких дорогих вещей, собственно. То есть, получается, мы все унесли. Получается, мы молодцы. А что по, например, дровам? 3. Ох, это тебе не густо. Что там, Аня? Но она, даже если выспится, будет лежать, потому что она приболела. Так, а что вот тут у нас? Опачки. Охренеть, так много запчастей. Обойдется, я думаю. Сколько можно? Опа, а у нас есть, а у нас ноль. А у нас ноль. Серьезно? Ну давай. А чё? А чё? Чё, мы зря столько долго накопили, это все носили? Так, получается у нас чё? У нас сейчас будет дробовик целый. И один патрон. Дорого-богато просто. А чё-то я не увидел, там мы чё, можем патроны вообще собирать или нет? У нас есть достаточно много запчастей для патронов. В общем и целом, я ощущаю приближение к финалу. Есть ощущение, что осталось-то пару действий всего. Ай-яй-яй-яй-яй, блестяще. То есть вот как раз патроны были бы сейчас, если бы мы открыли. А мы не открыли. Ну ничего страшного. В принципе, патроны мы особо не испытываем потребность. Аня, ну давай, отдыхай. Ну отдыхай. А, ну в принципе-то что, ну Рубен ляжет просто на ночь спать, а Зоран поохраняет, да? Я надеюсь, что она успеет отдохнуть, правильно? Правильно же? Бум, ну конечно же успеет. А мы тем временем попремся. А куда? А подожди. А мы можем... так, этот спать, этот охранять. А мы можем? А мы не можем? Ладно, тогда давай пойдем на заправку. Видимо, нам нужно из машины вытащить какой-то предмет. И тогда он появится в инвентаре, если я правильно понимаю. Давай сейчас попробуем. Так, Rainbow Billy, заправка та-та-та-та. Осталось так, на удивление целое, ее, конечно, разграбили. Так, а в чем тогда... Ладно, все в порядке. Ну все, го! У нас больше ни хрена нет, дробовик брать не будем. Пусть лучше в доме кто-нибудь ночью отобьется. Показалось, микрофон выключен. Офигеть, вот это было бы фиаско. Так, давай сразу же залутаем. Точнее, прочекаем, что здесь вообще где. Есть ощущение, что части будут где-нибудь внизу. И обязательно за решеткой, замком, завалом. И 10 военных вооруженных там будет, чтобы нам было очень сложно. Так, части плицы, это, конечно, дорого-богато, но а нахрен не надо. Это фонарик для того, чтобы тепличку оборудовать. Обычно я бы хлопал в ладоши. Но сегодня что-то как-то... Нам теплица-то и не нужна. Нам, по сути, надо сейчас не затупить и просто вовремя все собрать. Да. Можно улучшить верстак. Это прям не жизненно необходимо, но... Так, а тут вообще, собственно, ничего и нет. Вот тут, скорее всего, решетка, которой я, естественно, не готов. Естественно. О. О. Дабл О. О-о. Вот так бы я... О-о. И топор тебе. Отлично. Давай рубить сразу. У нас целый топор, ё-моё. Где такое видано вообще? Такие вещи находить на локациях. И топор тебе.
И бензобак тебе. Канистру с бензом, скорее всего, да? Я не думаю, что пустой бензобак. Чё за тупость? Какой бензобак? Давай, скидываем дрянь. Дрянь вон отсюда. И топор тоже скидываем. Я не думаю, что нам понадобится. Давай, 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 давай. Куда? Давай сюда. Может быть, здесь тоже, кстати, сейчас будет что-то важное. Потому что если здесь будет что-то важное, нам вниз даже и не надо абсолютно. Нет. Не в этот раз. Есть ощущение, что вот эта последняя часть для машины будет как раз за замком. Так, возьмем самое важное. Все брать не будем. А зачем нам все? Нам нужно только то, что нам сейчас позволит двигаться от седа. Потому что время-то идет. Военные не спят, не дремлют. Ждуть, пока мы что-нибудь пропустим, чтобы пойти и ограбить нас. Нет, это нам не надо. Ну, дровишек не помешает в любом случае. О! Плюсом бинтик. Ну да, тут решетка, я знаю. А, дерьмо. А, нету решетки. Так и проблем получается тоже нету. Я не уверен, что мы сюда еще раз вернемся. Тут как бы нечего ловить. По сути дела, нам нужны вот эти вот две вещи. Я скину всякого, но я сильно сомневаюсь, что мы вернемся. Там осталось только взломать и собрать. Вынести отсюда топор, запчастей и дрова. Ну и бинты там вот эти вот все важные. Я уверен, что вот здесь сейчас будет. Ну, зря же она закрыта. Я бы поставил решетку, если бы я был разработчиком этой локации. Ну, типа, а чё ты хотел? Просто так подобрать эти вещи? Ну, походу, так. Нет? Очень интересно. А где? Сейчас не понял. Давай вот это возьмем. Не уверен. Подожди, а где? Какого хрена? А... Очень много вопросов. Так, так, так. А чё, вторая часть будет не здесь? Есть такое ощущение? Там еще одна была какая-то локация. Я не посмотрел, но, вероятно, нам как раз за второй частью именно что туда. Я же не подобрал ее, правильно? Вот один предмет. А тут больше и некуда даже. Здесь всякое непотребство. Да. Я сейчас на всякий случай все пробегу. Тут я все собрал. Ну хорошо. Я тебя понял. Блин, так много ресурсов. За ни за что. Ну, я имею в виду, что не пришлось ни с кем сражаться даже. И даже особо вскрывать. Так, один сейф. Ну это что ж такое? Это же слишком просто. Ладно, может быть, трудности еще предстоят. В конце концов, ну, дров мы наберем сейчас. Ну, давай, допустим. Все, все самое ценное наверху, по классике, в одном месте. Нам остается только выбрать. Бегом! Марш! Бег! Еду по любасу берем. Воду по любасу берем. Ну, не то чтобы прям по любасу, но берем. Вот это берем. Дерево не берем. Вот это берем. Блин, ну дорого. Не спорю. Очень дорого здесь все. Все это. Я бы и остальное бы взял. Но как бы прям вот, ну не так, чтобы прям очень сильно важно. Пулька еще одна лежит. Ладно, побежали. Стоп. Взяли, все. Главное, бенз взяли. А то бы мы сейчас ушли без бенза, это было бы фиаско. Это бы я расстроился. Ну, получается, есть еще одна локация, на которой нам это нужно взять. И получается, нам нужно взять из грузовика сейчас вот эту реликвию. Это кто? Ты кто? О, мы отбили атаку одним патроном. Я же говорю, мы тут как бы вообще-то это самое тоже, да?
Это тебе тоже, знаете ли, не мухры-хухры-му. Так. Чё здесь? Получается, нужно две вещи. Правильно, правильно? А, еще и запчасти нужны. А, так, окей. Это мы делаем. А вопросов нет. И это мы бежим, едим. Так, тут мы вставляем уже. Дяденька болеет, грустит. Все дела. Так. Ну, у нас, по крайней мере, все спасено, да? Все, что в музее хранилось, все спасено. Это, господь, это чудесно. Поел. Кто? Кто поел? А вот ты. Так, ну ты молодец. Получается, что так. Нет, не угадал. Очень голодна, устала. Давай, допустим. Так. А чё, ну давай поговорим, ладно. Если есть о чем, то почему бы и нет. Сейчас надо посмотреть, как взять эту картину. Мы должны поговорить о Сафер Хазаре. О предложении. Прости, Аня, но тут не о чем говорить. Это манускрипт. Этот манускрипт берегли тысячелетиями, десятилетиями. Многие рисковали за него жизнью. А теперь он может спасти много жизней. Это же ради детей. Я не стану тебя останавливать, Аня. Если ты уничтожишь манускрипт, ты меня больше никогда не увидишь. Серьезно? Серьезно? В смысле никогда не увидишь? А что ты сделаешь? Интересное кино. Так, подожди, это еще и ты такое говоришь мне? Вот это ты молодец. Кто-то за дверью. Я спрашиваю. А, давай. Принес обмен какой-то. Отдать манускрипт? Ради спасения детей? Вообще-то это того стоит. По крайней мере, этот манускрипт не сожгут. Его просто увезут. А это значит, что потом можно будет его вернуть каким-то образом. Так или иначе. А вот жизнь, которая уже потрачена, ее, как говорится, уже не вернуть. Так, мы возьмем... Да это нам и не надо уже совсем. Давай что-нибудь возьмем. Очень щедро все еще. Ну давай вот это возьмем. Не пойдет. Ужадина. А чё заберешь? Ну вот забери тухлятинку чуть-чуть. Все, давай. Ну что, вы подумали о моем предложении? Вам было сказано, что наши экспонаты не продаются. А, ну да. И что вы так печетесь о своих старых бумагах? Дела семейные. Мне нужно с кем-то переговорить. Эти бумаги помогли бы мне найти этого кое-кого. Вы хотите их выследить, чтобы просто поговорить? Слушайте, это касается не только меня, но и моих людей. Побеспокойтесь лучше о своей коллекции. Здесь небезопасно. Армия наступает. Я мог бы вам помочь. Интересно, как? У меня есть надежное место, и скоро я вернусь и расскажу подробней. Тем временем вам лучше поискать нужные бумаги. Ты что, угрожаешь мне, пес? Иди отсюда. Так, меня больше беспокоит жизни тех людей в приюте. Все остальное как бы не интересует особо. Поиски, вот эти шмоиски, даже не знаю, стоит ли мне об этом переживать. Так, мне стоит переживать о том, чтобы принести, собственно... Так, давай посмотрим. Как он там назывался? Ну, я думаю, я найду. Сейчас посмотрим. Это арабское название. Арабская ночь. Тра-та-та-та-та-та-та. Да тут не так уж и много арабских названий, в принципе. Офигеть у нас тут. А, вот. И что я могу с этим сделать? Вы можете забрать предмет под покровами ночи, когда отправитесь на вылазку в город. Чё? Как? Как? Не понял. Ладно, но я бы хотел. А как это сделать? Так, еще устало пока что. Блин, в принципе, мы можем положить потом человека спать. Чё я парюсь? Патронов нема.
А как я могу это взять под покровами ночи? Чуть я не понял. Совсем. Так, печь построили. Помогите детям в приюте. Я думаю, надо. Найдите способ спасти музейную коллекцию. Ну, окей. Подготовьте грузовик к эвакуации. Соберите предметы, разбросанные по Погорену. Перенесите коллекцию в главное хранилище. Ну, вот вещи по Погорену собрать, вот это очень интересная ситуация. Интересный вопросик назревает. Так, все, давай. Есть ощущение, что нам, вероятно, кое-где, где-нибудь пригодится пилка. Что у нас вообще из инструментов? Топор, да этот. Давай замутим пилку. Нам однозначно она где-то да пригодится. Стоит сейчас на новую локацию ее сразу взять. Не хочется потом бегать туда-сюда, тратить время. По сути дела, у нас тут все чики-пики. И мы можем себе есть, болеть, раниться там и так далее. Так, то есть открываем, открываем. Топор нам... даже не знаю. Лопату тоже стоит сделать. И сейчас на следующую локацию пойдем сразу в экипе. Готовые копать, рубить, вскрывать. По красоте. Только не воевать, потому что у нас ни хрена нет патронов. Это печально. Так, окей, я думаю, она сейчас сделает ее, да? Ладно, давай дождемся, а то еще вдруг не сделает. Эх, тем временем холодина. Пяу, погнали. Что значит под покровами ночи, я не понимаю. Так, я не вижу ничего. Охранять, спать, добывать. Чё, как? А как? Как под покровами ночи, как? Ничего не понял. Так, это мы все взяли? Назад. Заправку, понятно. А, вот, наверное, вот здесь. Так, до войны это место принадлежало лучшему механику Погорена. Может, он до сих пор работает и может достать запчасти для грузовика. Серьезно? А как достать эту штуку-дрюку? Мне что, надо как? Просто туда еще раз телепортироваться? Как эту вещь достать теперь? Ладно, погнали в автомастерскую. Готовы, да? Все, погнали. Берем. Еще раз, я на автомастерскую нажал. Все, готов. Пам-пам-пам-пам. Топор. Да, дрова доберем. Нам нужны дрова. Это не обсуждается. Иначе нам нечем топить. Топить отседа. Кажется, спокойно. Так, смотрим, насколько. Ага. Кто-то накорябал на стене. Прятки кончились. Встретимся на небесах. Вот теперь не кажется, что здесь спокойно, если честно. Как будто бы. Есть такое. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Мужчина сидит. Спокойно сидит. Ничего не орет. Эй, ты что тут высматриваешь? Я ищу запчасти, хочу починить старый грузовик свой. Ищешь запчасти в гараже? Тебе повезло. Перед тобой механик. Такое совпадение. Вот, бери, что хочешь. Серьезно? Конечно нет, нужны запчасти. Плати. С меня много не возьмешь. Сколько ты хочешь за эти детали? Я человек простой, и вкусы у меня простые. Я люблю золото. Я не находил золото. Друзья прозвали меня вороном, знаешь почему? Ты какаешь? А потому что я люблю золото. Сейчас блестяшки лучшая инвестиция. Откуда мне золото вообще принести? Принеси мне золотишко, тогда поговорим о запчастях. А, серьезно? Вот я не понял. Золотишко, не золотишко? Блин, здесь все за золотишко какого-то. Не нужно покурить, ничего не трогай. А, серьезно? Есть ощущение, что я могу что-то тронуть. Давай, не под... А, ты зараза. Ну ладно. Игра. А ты не дурна. Он говорит, держи дверь открытой. О. Я надеюсь, что... Все. А то еще разорется, что мы шкаф у него срубили. Так, ну как бы речь про золотишко в основном. Я могу вообще здесь тусоваться? Так, допустим. Ну, каким-то образом освободить детей я больше не могу, правильно?
Так, здесь, скорее всего... Есть ощущение, что мы могли бы его убить, да, и забрать. Но, блин, это же вообще капец какой-то. Ну да, скорее всего, вот здесь. Вот здесь и лежит вот эта деталь. Ну что, принесла мне что-нибудь? Не, дай мне секундочку. Украсть одно, блин, убить другое. Может, ты покурить пойдешь? Без клиентов скучно. Так пойди покури. Давай, иди. Нет, не хочешь? Говнюк. Под покровами ночи. Как это? Я что-то не понимаю. Очевидно. Это что? Это я могу? Записка. София, мы взяли твои драгоценности. Прости, надо заплатить перевозчику, чтобы вывез нас отсюда. Больше ждать нельзя. А, все возмещу стократно. Ага, тысячекратно, блин. Блин, не так уж и много дров набрали, к сожалению. Да нафиг нам это надо? Механик по золотишку встревает. Тик. Не знаю, сколько нам это нужно, но давай возьмем. Я чертовски не понимаю. Мне нужно просто вернуться на локацию, и условности позволят мне пройти. То есть я типа сейчас приду к этим детям и такой типа, а не к детям, а в туннель. И такой типа, вот она, эта вещь. Потому что я не могу ее никак взять. И в машине не могу взять, и там не могу взять. Типа под покровом ночи. Что это значит? Рубен заболел. Рубен, ну ты, конечно, Рубен. Это ты, конечно, классно придумал. А. А, то есть ты еще и вот так заболел. Ты лежишь в постели и заболел. Какой молодец. Куда мы ломимся? Вот сюда. Капец, все слегка больны. Вы че, ребят? Ну вы че? Вы че? А, что, кстати, могу печку улучшить? Да, блин. А что я вообще взял с локации-то? Чуть-чуть дров? Ну, ладно. Ну, давай затопим. Что ж теперь? Так, давай. Одна сюда, другой, не знаю, куда, на стул. Посяди куда-нибудь. Посяди. А то все устали, один заболел, другой, блин, еще что? Погензели. Отлично, температура высокая. То есть, мы можем пойти. Я надеюсь, что так. И мы сейчас пойдем. Заброшенный дом. Здесь-то что? Ходят слухи о банде, засевшей в заброшенном доме. Возможно, стоит отправиться туда за припасами. Но нужно соблюдать определенную осторожность, чтобы нас не заметили. У нас нет патронов. Были бы патроны, то у нас только топор. У меня есть ощущение, что может не зайти катка как бы. Давай в тоннеле. Тоннели, я сказал. Тоннели, приют, супермаркет, дом, стройплощадка. Подожди, а где они были там? А, вокзал, на вокзале. Да, я считаю это правильно. Я считаю, это абсолютно будет правильно. Так, пусть спит. А, нет, нифига. Он охраняет, он спит. А мы добываем. А, вот. Вот как это работает. Украсть. Черт побери. Я считаю, что оно того стоит. Давай, возможно, дров соберем. Ну что ж, побежали. Нам что надо-то? Сейчас отдадим. Я так понимаю, дети как бы автоматически спасутся, да? То есть нам не придется там еще что-то делать. А движочек мы можем вымутить за золотишко. Либо... Ну, либо завалить его. Ну, давайте попробуем без кровища. Ну, мы чё? Варвары какие-то, что ли? Я думаю, мы сможем. Тут как бы вопрос жизни, да? Здесь вопрос жизни, а там вопрос нашего, в принципе, выхода отсюда. Поэтому тут как бы такое дело. Мало кто знает об этом манускрипте, если бы все что-то... Отдаю.
Великолепно, вы выполнили свою часть сделки, я сдержу свое обещание. Я пошлю к вам одного из своих людей, когда у нас будет все готово. Мы уйдем ночью, готовьте детей, чтобы это не значило. О, какая эпичная картина, ты посмотри. Как будто бы у них какая-то любовная драма. Так, детей. Что нужно вообще готовить? Мне нужно сейчас вообще туда идти к ним? Или нет? Заболел, необходимо лекарство. Так, Зоран, ты надо... А, вот так вот. То есть он нас покинул. Он молодец. Так, мы очень голодны. Я не понял, почему тот... Забыл, как его зовут, извиняюсь. Почему он нас покинул? В смысле, откуда у него такое... Чего? Я начинаю беспокоиться за кого-то. Думаю, нам стоит планировать эвакуацию на случай, если она не вернется. А, понял. А, конечно, нам стоит все приготовить. Она вернется. Она должна. Она сильная. И что, и что бы ни случилось, она вернется. За Милену. Так, пойдем поедим. Пойдем поедим. Почему тот дядька уж... А, это, наверное, тот манускрипт, который он принес к нам, да, вначале? Ну, скорее всего. А иначе откуда у него, ну, такие переживания на эту тему? Так, что по дровам? Парочка дровишек есть. Плюс много дерева. Мы можем, в принципе, и так, и сяк. Блин, ну, а что делать? Давай закинем немножко дров. Самую малость. Ну, вот столько, например. По еде, кстати, тоже, в принципе, кое-что есть. Так, стоп, 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 стоп. Кто за дверью? Опа! А вот и военные подъехали. Блин, чертовски быстро, я тебе хочу сказать. Хм. Ну, ладно, одну секунду. Дрова допилю. И подойду. Нас стало меньше. Ну, камон. Он чё? Такой молодец, конечно. Мы, конечно, тоже. Украли, отдали. Как-то особо ни с кем не согласовали. Но, черт побери, вопрос жизни. Если вещь может спасти жизнь, разве это не самая великая ценность вещи? У бесценной вещи может быть только одна цена – жизнь. Дорогая Аня, я предупреждал тебя, что в тот день, когда ты отдашь манускрипт, я уйду навсегда. Я не шутил, я не могу жить, зная, что я это допустил. Я пишу это письмо, чтобы ты знала, что я понимаю твое решение, хоть и категорически с ним не согласен. Ты многим рисковала, чтобы спасти меня. Неудивительно, что ты делаешь то же самое для других. Я всегда буду тебе благодарен и надеюсь, что тебе удастся спасти детей. Жертва, которую ты принесла, будет не напрасной. Рубен, все, все. Рубен все понимает. Я не понимаю, что он ушел на самом деле, если он все понимает. Я не буду тут вечно стоять. Ну, кто знает. Да ладно. Да-да-да. Если вы пришли к Милене, ее сейчас нет. А вообще-то я пришел к вам, у меня есть предложение. Мы обдумали ваше решение, полковник, но оно нам не интересно. А вы создаете безнадежное свое положение. У меня четкий приказ. Все, что вы здесь видите, будет уничтожено. Это место сгорит дотла. Вы лишите всего, что пытаетесь спасти. Посмотрим. Милена посвятила жизнь спасению музея. И она его потеряет. Возможно, и не только его. Меня можно найти на блокпосту. Мои солдаты вас пропустят. Мое предложение в силе. Принесите картину и спасите всю коллекцию. Не позволяйте безумию уничтожить все, что вам дорого. О, мое безумие. Так, хорошо. Теперь нам нужно будет немножечко украсть золотишко. Вариантов нет. Главное, чтобы Зоран не умер от болезни. Это будет трагично. В принципе, мы все, что могли, сделали. Мы лечили их, когда они были тяжело больны. Всех. Иначе тут как бы чего? Так, овощей нет, к сожалению. Ни овощей, ни фруктов. А что по дровам, кстати? Есть чуть-чуть? А серьезно, мы все потратили. Уля-ля. О, май. Так, теперь мы идем. Военная база, это я понял. Очевидно, нам надо в приют.
или не надо в приют. Не хочется тратить день, черт побери. Мы можем пойти сразу на в автомастерскую, по сути. Как бы отдать сразу. Он нам даст часть детали. Дети, как бы что их готовить? Блин. Ладно, пошли в приют, я не знаю. Так, мы там все вроде срубили, да, все, что могли. Да. То есть нам надо просто прийти и типа такие, дети, готовьтесь. Наверное. Я надеюсь, что мы сейчас не впустую здесь на самом деле. А, ну все, они на месте. Соответственно, мы успеем сейчас что-то еще, ну, совершить. Да? Или нет? Блин, ну только не говори, что мы зря сюда пришли. Твою мать. О. Чего? Привет, малышка, ты Ника, да? Я, спасибо за помощь. Хорошо, что еще остались добрые люди. Я знаю, что тебе плохо, я могу тебе чем-нибудь помочь. Вы живете в музее, да? У нас есть там какие-нибудь... А, у вас есть там какие-нибудь книжки? Можем поискать. Знаете, давай, мамочка много мне читала. Больше всего мне нравятся сказки с картинками. Я так. У вас тут совсем нет книг? Были, но потом закончились, на дрова ушли. Понимаете, нравятся книжки с картинками. Я обязательно поищу. Блин, что? Что? Ты чё, Ника, ты прекрати это вот. Все, какие книжки, малышки? Ты хочешь мне, чтобы я тебе артефакты принесла почитать? Так. Класс! То есть, по сути, мы зря сюда приперлись. Вот это странно, вот это странно. Так не должно было произойти. Давай, заберем чего-нибудь. Вообще-то здесь дорого-богато, на самом деле. О, в том числе. О, отлично. Берем. Все. Блин, это тупо. Это вот это вот нечестно. Я надеялся, что я хотя бы сюда приду, и здесь просто никого не будет. И то было бы понятно. А так я пришел, я вот теперь даже не знаю. Это баг или... Или так и должно быть. Типа мы закончим игру, и нам скажут, вы спасли детей. Или мы закончим игру, и нам скажут, вы не спасли детей, потому что вы ничего не сделали. Побежали топить печь. У нас тут капец какая холодрыга. Ты бежишь? Болен. Я переживаю за него, на самом деле. Потому что он болен, а мы ходим просто так, впустую. Давай на максималочку топим. И... А, у нас не дров? Это все? Так мало. Что нам надо? Давай еще сделаем дров. Голоден. Все в порядке в целом. Давай делаем дрова. Бум. Давай ты только делаешь дрова, а мы идем сюда. Вообще сейчас дяденька очень сильно устанет. На самом деле. А нам что остается? Нам остается сейчас только пойти, взять последнюю деталь и на весь день положить его потом спать. Ну, это хороший вариант, кстати говоря. Либо, в принципе, мы сейчас можем сами вот поспать, да, вот до этого времени. Хотя он все равно не отдохнет, правда? Да, стоило действовать немного не так. Ну, ладно. А есть еще кровать? Есть возможность сделать еще? Давай вторую сделаем. Мы же не бичи, у нас же вообще до хрена ресурсов. Мы так и сделаем. Я бы его вообще не подымал с кровати. Лежал бы и лежал. О! Аллилуйя! Братья и сестры, вот сюда и поставим. Бегом давай! Быстрее, блин! Кровать мне запили. Все прекрасно. Затапливаем, кладем спать и двигаем отседа. Получается, мы сейчас приносим, нам дают деталь. Мы забираем деталь. И по идее, все, машина работает. Так, дяденька. Бегом, марш. Сейчас немножечко подогреем.
так, 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 так. И тут на максималку вот так. И все. Все, все спят. Е, он успеет отдохнуть, кстати говоря. Пяу, успел, я же говорю. А я о чем? А я тебе о чем? А я о чем тебе говорю? Военная база. Пошла военная база. Так, автомастерская. Добывать, охранять. Крадем, что делать? Такие времена. Убивать не будем. Убивать не будем. Мы спасаем жизни. Самая большая ценность предмета — это самая большая ценность бесценного предмета — это жизнь. Я так считаю. Если... Ну, блин. Собака. Ладно. Уговорил. Да, да, хочу. Да, да. Золото. Забирай. Да что ты там мне рассказываешь? Она закончится. Да-да. Все, золото давай. Ты чё? Давай садись на табурет на свою жену. Мистер. Мистер Ворон. Чё? Я готов. Да. Да. Отдавай мне. Быстрей. Отдал? Чего? А, вот. Сейчас бы я ушел без этой детали. Вот это было бы фиаско. Ага, ну окей. Все. А что, до туда дальше? А, ну ладно, окей. Это что еще такое? Что это? Серьезно? А что-то мы украли, походу. Самое важное — да, любая мышечная механика. Так она бесплатно лежит. Но он не гонится за мной. Ладно. Я не помню. Такого значка вообще никогда не видел. Очень интересно. Частная собственность, но она была обозначена как бы даже не как воровство. Не знаю, что это значит. Чувствую себя гораздо... О, просто повезло, на самом деле, что он себя гораздо лучше чувствует. Так, бегом, бегом, бегом. А, но он все еще болен. А, ну мы можем положить его спать прямо сейчас. Да? Иди, иди. Так. Фу, там деталей хватило просто на честном слове. Давай, чини. Побежали. Успеем. Бегом. В принципе, нас двое, мы можем их покормить даже досыта, если это спасет его болезнь. Если он чуть-чуть подлечится в честь этого, может быть, стоит его сейчас досыта накормить прям. У нас есть две дровишки, давай затопим печь и поедим. У нас есть грузовик, но он нуждается в ремонте. Так он уже отремонтирован, алло, все? Это что? Это что? Чего? Мы уже можем, типа, бежать? Скажи-ка мне. Когда Милена вернется, мы начнем эвакуацию. Грузовик починен и заправлен. Осталось упаковать экспонаты и ехать. Серьезно? Это еще и упаковывать надо? А это что? Он починен. Ну все. Так, дядька. Давай спать бегом марш. Вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, я же хотел покормить. Давай еще. Мало времени, я все понимаю, но давай-ка мы понадеемся. В смысле, это еще и надо упаковывать? Да нет. Тогда вопрос. Что это значит? Прежде чем идти, мы должны обеспечить безопасность экспонатов. В смысле? Сейчас не понял. Сейчас нам некуда идти. Согласен. Но переносить ничего не надо, да? Я правильно понимаю? Ну все, тогда мы ничего не переносим. А что мы можем? Мы можем поговорить. Давай поговорим. Тут за дверью. Кто это? Кто это? Кое-что сказать. Так. Видите, Зоран, грузовик готов. Скоро мы сможем вести коллекцию. У нас еще много работы, но ты права. Однажды мы будем счастливы. Может, нам остался один шаг. И этот шаг в верном направлении.
Так, Зоран, ты давай-ка спать ложись. Ты куда попёрся? Такой больной и усталый. И вообще. Ладно, ее закармливать не будем. Успеет. Поела? Побежали. Неужто мы близки к развязке? К финалу? По сути, что? Мы починили грузовик, мы ждем Милену, да? Есть такое? Чё? А кто ты вообще? Здравствуйте, я Мария. Меня прислала Милена. О, что с ней? Мы волновались? Она жива, но ее схватили военные. Ее держат в военном складе. Что? Что произошло? Солдаты застали ее за кражей охранных документов на груз. Бедняжка, она рассказала мне, чем вы тут занимаетесь и зачем вам эти бумаги. Она пыталась найти способ вывести нас и коллекцию. Как ты с ней говорила? Ты знаешь, как с ней связаться? Я работаю поваром на складе. Готовлю для расквартированных там солдат. Расквартированных? Размещенных, наверное. Как Милену избили и бросили в камеру, я тайком принесла ей еды. Мне стало жаль ее, и я согласилась передать вам от нее письмо. Спасибо, вы очень рисковали, придя сюда. Мы что-нибудь придумаем, пожалуйста, скажите ей, если будет возможность. Если вы читаете, то, наверное, уже знаете, что меня схватили солдаты. Я пыталась украсть накладные на груз, чтобы вы могли эвакуировать коллекцию. Теперь этот шанс окончательно потерян. Мария, эта милая девушка мне помогает, приносит еду в камеру и даже согласилась отнести вам письмо. Прошу, не теряйте надежды, вы должны сохранить то, что осталось, и найти способ эвакуировать экспонаты. Судьба нашей миссии теперь в ваших руках. У нас нет патронов, иначе бы я, наверное, сходил бы все-таки к военным. Патронов надо очень много. Так, а что по патронам? Да блин, у нас их тупо нет. Вот это да. Так, я предлагаю рывок берсерка. Сейчас мы возьмем то оружие, которое у нас есть, и топор. Пойдем в пункт военных. Попробуем сделать все, что можно. Если нас завалят, это что такое? Военные схватили Милену, держат на складе. Вы могли бы попытаться пробраться к ней на территорию. Хорошо охраняется, туда очень опасно. Я понял. То есть мы можем попытаться сейчас наубивать целую кучу людей. Взять вот это вот все. Все, что у нас есть. Что это такое? Самое важное, это любая машина механика. Что за деталь? Не понимаю. А, у нас вот же есть что еще. Все инструменты взять и просто, как говорится, на рандоме залететь на склад. Возможно, кого-нибудь казнить. Что ж теперь делать? Ага. И... если нам сейчас дадут патроны, то, в принципе, есть ощущение и есть вероятность того, что мы сможем. Не слушайте радио, оно лжет. Для этого придется проявить массу навыков и смекалку. Я надеюсь, что у нас получится. Но если помрем, начнем с контрольной точки. Слава богу, она есть. Так. Очень волнительно, я даже припотел. Патрончиков бы. Так, вижу одного пса. Он ушел. Так, идем. Закрываем. Прячемся. Есть ощущение, что он сейчас сделает круг. Жаль, нельзя мотать время немножечко. Ну давай, сделай круг. Не томи душу. Блин, страшно, капец. Так. Но он же должен пойти. Или чё? Камон, ну где ты там? Так, открылась дверь, он... вот он. Давай пробовать. Иди сюда. Молодец.
Вот какой ты молодец. Ой, какой ты молодец. Тихо. Так. Одну секунду. А чё ты спрячься? Глупышка. Я не вижу больше никого. Аккуратно. Опачки. Опачки. Это другой разговор. Бум. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот теперь, дорогие мои друзья, мы переходим в фазу активного наступления. Так, а туда мы даже и не пойдем. Чё она? Ну пусть там готовит себя. Вот он, пес. Давай, до свидания. Еще желающие? Опа, а вот он. Вот он, ты посмотри. Блин, патронов не так уж и много, кстати. Так, а давай-ка вот сюда. Да, 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 да. Поищи, поищи. Два патрона. У нас не хватит. Ну блин, давайте бегайте, ищите там. Или что? Или вы подождете здесь? Здесь труп, я вижу. Вот еще один стоит, тупит. Вали отсюда, второй. Я тебя прошу. У меня прям нет времени на тебя смотреть. Клянусь. Ну и чё за потерянный дебик? Уходи. Уходи. Вот собака, ты серьезно? Уходи. Да блин. Это так тупо. Их, их на локации двое. У меня просто нет одного патрончика, чтобы я справился с этим. И ты серьезно будешь здесь стоять? Ну, как говорится, рывок без берсерка. У нас очень мало времени. Ой, 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 ой. Ну-ка сдохни. Патроны. Быстрее, быстрее, быстрее. Пожалуйста, успей. Пожалуйста, успей, 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 успей. И бам! О, пусто. Вот это очень дерьмово. Это очень дерьмово. Ой-о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 й. Успей, успей, пожалуйста, успей. Очень мало времени. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Еще. Отлично. Бегом отсюда. Где-то внизу. Где-то внизу. Да бегом, быстрее беги. А где? Нет. Твою мать. Так и что ты хочешь мне сказать? Так. Щекотливый момент, блин. Надо было... По сути, нам нужен, просто нужно прийти и забрать. Прийти и забрать. Понимаю. Ты давай, держись.